Пан Шоколатіє Микола Данцев – чоловік, який підсолоджує почуття шоколадом. Багато імен у вас є, але ми хочемо сьогодні разом з вами розкрити невеличку таємницю того, як за допомогою шоколаду та солодощів можна зробити різноманітним День Святого Валентина. Добрий ранок, наші телеглядачі. І так, шоколад. Ну, напевно, вряд ли хтось... Откажется от подарка шоколадного. Наверное, даже самый-самый богатый человек в мире, если ему подарить там шоколадный какой-то кусочек, он, наверное, точно его с удовольствием уплетет. Или, например, какую-то шоколадную валентинку, да? Ну вот, допустим, какие могут быть валентинки шоколадные? Вот, вот, например, маленькая валентиночка такая. Изящная. Вот, конфеточка, да, конфетка, просто конфетка-валентинка. Вот. Они бывают разного цвета, они бывают разного вкуса, они бывают, например, самое традиционное – это белый шоколад, молочный шоколад, черный шоколад и горький шоколад. Угу. Конечно, для любителя, например, я ем только горький шоколад, ну, как молочный, если нет горького, я, конечно, буду есть молочный, но люблю горький. Вот. Потом, вот, например, вот такие много-много-много сердечек со здесь. Со штампиками. Вот, да, это здесь 14, календарик 14 февраля. Я смотрю, что вот этот календарик был выполнен с помощью определенной формы. Да, это поликарбонатная форма, вот, она такая, ну, плотная, вот такая форма. Ну, не, она на них отлично получается шоколад в ней. Значит, чем она характерна? Тем, что четкие форы, четкие границы и форма, если правильно приготовлен шоколад, то такая яркая, блестящая. Вот, вот, например, а вот, вот эти валентиночки, вот они уже упакованы как подарок, например. Вот, уже готовые, они делаются вот с таких вот формочек. То есть это обычная формочка, и в ней можно даже бисквит запекать. Вот обратите внимание, она глянцевая внутри, видите, да? То есть вот от поверхности формы зависит, то есть частично зависит блеск. Почему частично? Потому что если шоколад неправильно приготовлен, то, к сожалению, он не будет блестеть. Итак, пока мы с вами разговаривали, пока до начала эфира, я потихоньку растопил шоколад. Вот. Растопили мы его на водяной бане. Значит, на водяной бане, вот водяная баня. Вот, вот. Дно обязательно касается водички. Вот, значит, температура воды должна быть где-то 60 градусов, потому что больше, чем 50 градусов мы не можем греть шоколад. Вот. Вот сейчас я его чуть-чуть подогреваю. Почему чуть-чуть? Потому что, обратите внимание, здесь есть комочки, да? Да. Вот. Значит, что я сделал? Я растопил, например, 2/3 шоколада до 50 градусов, потом добросил твердый шоколад. И моя задача сейчас вымешать шоколад так, чтобы температура упала до 27 градусов и не было комочков. То есть для чего это нужно? Для того, чтобы сформировалась кристаллическая решетка у шоколада. Как это примерно понимать? Ну, например, я шоколадный фиксик, кристалл какао-масла. Вы тоже. Давайте мизинчик свой. Нет, не вот этот. Вот этот. Вот так, вот мы стали. И вот нас вот так много-много-много стоит. Все держатся за мизинчики. Вот эти кристаллики, еще один, да. Там еще один тум, сзади нас еще. И вот они все эти вот так держатся. И получается, когда правильная структура, они все правильно стоят. Как только в водяной бане шоколад нагревается или на полке магазина, вот, эти фиксики пальчики разъединяются, и они начинают мигрировать там по шоколаду, как хотят. И поэтому, когда просто шоколад растапливается и заливается в форму, потом в холодильнике, конечно, все кристаллы застывают, но застывают они неправильно. И получается, нет стабильной формы, нет стабильных таких вот полосочек внутри. То есть, конечно, это надо под большими микроскопами. То есть, люди, которые достают расставший шоколад и пытаются его сразу в холодильник с надеждой, да, что он будет таким же, каким был. Какао масло выделилось, допустим, вот на полке, да, шоколад лежит, он чуть-чуть подтаял, не растаял, а подтаял. Какао масло выделилось на поверхность, потом неопытные продавцы кладут в морозилку, он застывает, соответственно, застывает какао масло на поверхности шоколада. И получается тоненькая, маленькая такая седая пленочка. Да. Вот это, конечно,
А вот как вы посоветуете в домашних бытовых условиях охлаждать шоколад? Просто положить в какое-то прохладное место? Например, нет. Берем самый простой метод такой. Берем плитки, например, три плитки. А две плитки мы растопили, а одну плитку мелко-мелко порезали и бросили ее в, уже в растопленный шоколад. Сняли с водяной бани, потому что мне звонят, говорят, вот, шоколад не получается, вы сказали. Я говорю, так, давайте пошагово, давайте. Значит, и они кладут на водяную баню, растопили и потом туда добрасывают. Но шоколад же продолжает стоять на водяной бане. Угу. Надо его снять. Видите, да, полотенечко стоит? Потому что вода самый главный враг шоколада. А как вы думаете, второй враг шоколада страшный самый? Кто? Тот, который его съедает. Нет, это, конечно же, детки, потому что шоколад боится деток. Вот, очень сильно боится. И, конечно, они его не жалеют, они его едят. Вот. Итак, шоколад мы приготовили, оставляем немножечко. Есть. Немножко поговорим, я расскажу. Вот, вот эта форма тоже поликарбонатная, из того же шоколада, который мы с вами сейчас делали. Я немножко раньше залил. Вот. И как она достается? Обращаю внимание, правильный приготовленный шоколад немножко дает усадку, то есть он чуть-чуть сжимается, и шоколад легко выпрыгивает с формы. Смотрите. То есть ничего не надо делать. Раз. Как игра в пасочки. Да. То есть шоколад, смотрите, первые признаки, он блестящий, нет никаких пятен, вот, нет никаких разводов, ничего. То есть это говорит о том, красивый, что шоколад яркий правильно цвет, без приготовленный. Да. Вот, например, берем точно же такую же форму, только из черного шоколада. Вот, вот, пожалуйста, черный шоколад. Вот, видите, как он красивенький. Вот. Можно лопать. Да. Я думаю, что сделать вот так в форме, это, наверное, самый элементарный способ, потому что главное просто правильно его приготовить. Но я вот смотрю, у вас есть шоколадная шкатулка, которая требует, насколько я понимаю, очень больших усилий. Ну, надо поработать, да. Значит, это тоже один из видов поздравления. Смотрите, берем, например, шоколадную шкатулочку. Вот. То есть, что нужно сделать? Нужно ее открыть. Вот мы ее открываем. Вот. Потом, допустим, укладываем сюда конфетки. У нас есть красивые, замечательные конфеты. Можно там разноцветные, там молочные, черные положить. Для тех, кто делает предложение, туда можно поместить колечко. Конечно, колечко вот положил. И спокойненько закрываем, вот, завязываем бантик и дарим. Я думаю, сбудется мечта сладкоежки – шоколад в шоколаде. Да. Вот это уже такие побольше формы. Это тоже форма, которую можно даже бисквит запекать. Можно, я думаю, что такие формочки найдутся на кухне у каждой хозяйки. В любом супермаркете, да. Вот. То есть можно вот... Смотрите, вот туда достаем. Вот, смотрите, раз. И здесь можно писать. Здесь можно целое этот стих написать. Особенно вот на обратной стороне. Вот. Берешь и много. Некоторые, конечно, там заказывают. Даже у меня заказывают, причем очень часто, книгу любви. Значит, с первые 10 страниц я пишу вручную, вот, прямо текстом. Есть такая книга французская, называется «Книга любви». И вот там я просто описываю, вот, там о варваре и девушка, которая, варвар был беззащитный, вернее, варвар был такой злобный, а девушка беззащитная, и в итоге она смягчила его сердце, и он ее полюбил. Вот. Есть еще совсем большая форма. Это примерно форма. Такой же прототип, да. Но здесь полкило шоколада. Ого. Вот мы. Опа. Сладкий рай. Сладкий рай, да. Вот, я смотрю, что оно даже с небольшим напылением. Да, здесь уже немножко идет кандуриновое напыление. Кандурин такой пищевой краситель. Вот. Здесь тоже, конечно, можно размещать даже рисунок. Некоторые заказывают у меня рисунок там. Его или ее, или просто какие-то... То есть можно даже портрет сюда поместить? Да, да, да. Вы знаете, портреты чудесно кушаются. Вот. Очень часто заказывают. Вот. Так. И мы подошли к самому интересному. Да, итак, самой главной. Значит, вот это у нас был такой вот мастер-модель, которая деревянная. Это деревянная мастер-модель, которая вот, в принципе, служила прототипом шоколадной модели. То есть я из нее сделал форму, залил пищевым силиконом, и потом у меня получилась вот такая вот шоколадка. То есть это настоящая шоколадка, вот, которую можно есть. Вот. Как ее есть, я даже не знаю, потому что с какой стороны правильно отгрызать,
Вот. Я думаю, что даже жалко отгрызать кусочек с такого произведения искусства. Нет, нет, вы знаете, у меня был такой случай, когда заказали большущую шоколадную вазу там с такими кренделями и съели, положили туда конфеток. Вот, конфетки съели за столом, а что делать с вазой? И так, ну, поставили ее в шкаф. Не могут съесть. Красивая ваза. Красивая, она большущая была, наверное, вот так, где-то килограмм полтора большущая такая ваза. Вот. Так. Потом я звоню, вернее, знакомые звонят, говорят, вот уже там 2 месяца стоит ваза, не едим. Ну, что делать? Я говорю, ничего не делать, как там дела, как дети? Да, нормально, дайте трубку поговорить. Давайте. Вот. Я беру трубку, я говорю, так, я говорю, друзья, значит, сейчас я отвлеку маму с папой, вы тихонько пойдите, залезьте, поставьте стульчик, залезьте в шкаф и отломайте кусок вазы. Скажите, что я велел, валите все на меня. Ну так они, естественно, дети были счастливы. Дети были счастливы, отломали, часть съели. Потом позвали маму с папой, сказали, вот дядя Шоколад сказал. Ну, в итоге все хорошо обошлось, вазу съели. Что ж, я думаю, что на этот день Святого Валентина все валентинки, которые выйдут под вашего пера, будут благополучно съедены. Конечно, конечно, люди любят. Хотелось бы от вас, как от господина Шоколада, пан Шоколатье, узнать о вашей первой любви, о влюбленности и вообще, что вы думаете о любви и о дне влюбленных? Да, вы знаете, о дне влюбленных, вы знаете, я так думаю, что это больше, наверное, бизнес-праздник, потому что это такой праздник, наверное, ну, как бы, лишний раз обратить внимание на то, что мы мало уделяем внимания нашим любимым, нашим, вот, и что касается моей первой влюбленности, наверное, это был где-то 6-7 класс, естественно, это была одноклассница, вот, и я ходил, вздыхал, конечно, ну, проявлял свое внимание, ну, как все мальчики, агрессией, естественно, мы как-то там дергали за косички, дрались, вот. Я помню, даже футболом играл ее портфелем, вот. Но это было такое проявление, вот, мужского внимания. Потом где-то закончилась моя трагическая первая влюбленность, да. Я ушел в спортивный интернат, и мы как бы, я ушел из того. Связи оборвались. Да. А там в спортивном интернате тоже какая-то была барышня, которой тоже там внимание уделял. Вот, в общем, вот. А самое такое событие у меня интересное было в жизни, это было предложение, которое я супруге предлагал выйти замуж. Причем я знал, что я буду предлагать выйти замуж. Я сказал, что я еду в Крым по делам, и говорю, поехали, съездим туда и обратно, как бы на 1-2 дня максимум. И мы поехали. Мы приехали сразу, там есть, над Форосом есть храм. Красивейший, огромный храм. Я служил в армии в Севастополе. И Крым знаю как свои пять пальцев, потому что я был в спортивной роте, и у нас было свободное посещение. Мы там везде ездили, тренировались, боролись в Крыму. И в итоге получается, что мы заехали туда, в храм, там есть смотровая площадка за храмом, прямо над пропастью, вот, вышли туда посмотреть, и я в лоб взял предложение, причем мы встречались там около месяца, да, вот, знакомы мы были полгода, но встречались там около месяца. И вы сразу решили, да, сразу что готовы с этой надо женщиной? Да, вот, и все, и сделали через, там, наверное, месяца через два мы сделали уже свадьбу, вот. Через год и месяц у нас родился уже сынок. Довольно-таки быстро все у вас все происходит в жизни. Да. Хотелось бы знать, какие-то неординарные и сумасшедшие поступки в жизни делали ради любимой? Да я даже не знаю. Ну, я был в роддоме, я в родзале был. Это, я думаю, самый главный. Наверное, это был, да, такой отважным был для меня тогда. Сейчас, конечно, я знаю точно, что надо идти в родзал, надо спокойно находиться там, ничего страшного нету. Вот, я не потерял сознание, когда, вот, я первые, вот, там, после рождения, ну, там, где-то через полчаса, может быть, минут через 15, вот так, мне дали ребенка, сына, и я был с ним, наверное, 2 часа. Причем я думал, что мне дадут подержать, а мне его дали, я хожу с ним, гуляю по родзалу. Он молчит, на меня смотрит. Вот, няньки куда-то разошлись.
Я хожу, хожу, смотрю, думаю, может быть, надо положить. Но я же не знаю правила, как с ребенком. Я вот взял телефон, сфотографировались мы. Потом мы ходим, разговариваем. Он на меня смотрит, только бровями так хмурится. Смотрит, я ему показал улицу, показал с окна. Вот, он такой смотрит. Мы долго с ним разговаривали. Ну, о нашем, о мужском. Вот. И так мы хорошо подружились. Я думаю, что это самый главный и близкий контакт у вас был с сыном, да, который да. мог быть между отцом и сыном. Так что вот так у меня, все, что связано с сердцами, у меня вот так вот все протекало. И потом, когда я начал делать шоколад, конечно же, сердец было много. Самое большое сердце, которое я делал, это был уже в 2015 году, на день шоколада, мы сделали трюфель весом 51 килограмм. Это трюфель был в виде сердца, большущий, вот такой, наверное, где-то метр, метр двадцать, где-то вот такое большое. Мы ее на носилках на его вынесли на Советскую, зарегистрировали рекорд. Вот. А в мире, по-моему, если мне не изменяет память, самое большое сердце в Испании сделали 7 тонн весом. Это был, по-моему... шоколадная компания, называется Чоковик. Вот, и у нас самое большое сердце было в Симферополе, в музее шоколада, по-моему, 147 плиток сердечек сделали, по-моему, 4 метра где-то вот. Ого. Такое большое. Да. Я уже начинаю задумываться, надо, наверное, делать какие-то новые рекорды. Я все-таки тоже хотела вам сказать, что будем ожидать от вас новых рекордов, потому что действительно рекорды в Николаеве связаны с вашим именем. Да, немножко, немножко. В прошлом году мы сделали самую длинную шоколадную колбасу в мире. Вот, наш шоколад, я смотрю, уже да, немножко подостыл. Да, он уже застыл, да. Он уже застыл, дело в том, что мы его немножко оставили, а он же, здесь стабильная форма уже кристалла. Вот смотрите, вот, угу. чтобы зрители видели, вот, вот мы по стеночке снимаем, видите, сейчас, вот. Да. И вот получаются уже вот такие штучки. То есть, отличие шоколада, который со стабильной формой, он быстро застывает. То есть, вот у нас много-много вот этих кусочков. То есть, угу. вот эти кусочки, вот, видите, вот это и является... Фиксики соединились. Вот, фиксики соединились. И вот методов подобного... Это называется темперирование шоколада, много. То есть можно на мраморной поверхности, можно, например, шоколад охлаждать в ледяной такой ванночке. Например, взять мисочку, поставить в ледяную ванночку и мешать. Почему в ледяную? Потому что снизу будет холодное, но надо все время мешать, нельзя поставить. Шоколад нельзя будет ставить в морозилку, и, потому что он в морозилке так и застынет, нестабильный. Вот. Для того, чтобы пользоваться морозилкой и шоколадом растопленным, нужно так, поставить шоколад, вот, размазать по миске шоколад нестабильный, поставить в холодильник, края, которые застынут, счистить вовнутрь, перемешать, потом и так там где-то 3-4 раза вот, поставить. Поэтому много таких вот есть разных мулик, при которых вот, можно отрабатывать шоколад. Но это другая уже, наверное, история. Вот. Я думаю, что мы с вами обязательно еще раз встретимся в нашей студии, и вы еще много рецептов и мастер-классов проведете для наших телезрителей, которые тоже так же самое, как и вся наша команда, я думаю, как любой сладкоежка, не могут представить свою жизнь без шоколада. Без шоколада, да. Спасибо вам большое!